Вас обидел кто? Да ходила, ругалась. Понимаете, я тут в комиссионке купила старую Сашину звуковуху. Вот пришла домой, а я здесь недалеко живу, на Борщаге. Поставила ее, а она не работает. Я вот сюда вернулась, еще полтора часов не прошло, собралась ее сдать. Они говорят, мы товар назад не принимаем. А я им говорю, я на вас буду жаловаться в общество прав потребителей. Они говорят, да жалуйтесь вы хоть по Перинскому. Мы все равно товар назад никогда не возьмем. Идиоты. Это же надо было потихон. Старый мобильный магнитофон. Первый видак. Первый это вообще все. Очень сложно понять. И меня даже родители не понимают. Они говорят, что если ты так будешь сидеть с этой техникой, тебя ни один нормальный человек замуж не возьмет. Подумают, что это с головой не в порядке. Ну, я думаю, они не правы.
починить. Фиг я починишь. Там 10 кондеров сломаны, я перепаивать вообще ничего не собираюсь. Да лучше уже новую купить. Да не расстраивайтесь вы так. Да вообще, достало все. Кругом все не так. Неустроенность в личной жизни. А, в общем, ты угадала. Понимаешь, есть мало людей, совместимых со мной. Да понимаешь, дураки все время какие-то нелогичные попадаются. Да ну у них на уме. Что же не говорить, если им даже после туалета руки не моют, придурки такие. По правде говоря, мой идеал – это человекоподобный робот. Он мыслит правильно и связно. И пиво не пьет. В общем, с ним можно делать что угодно. Хочешь – включила. Хочешь – выключила. А хочешь – вообще на детальки разобрала. В магазине сейчас работоподобная собака такая продается. Правда, стоит дофига. А где ты человека-робота найдешь-то? Ну, вообще-то они среди нас живут. Экспериментальные образцы. Но их специально выпускают из лаборатории, чтобы узнать, как они пишутся в человеческое общество. Я об этом рассказ читала. Фантастический. Называется «Я робот». Там даже мэр города американского был роботом. И никто даже не мог догадаться, что он робот. Все думали, что он человек. Вообще в таких рассказах бывают прозрения. Кстати, там действие происходит, между прочим, в 2005 году. И это доказывает, что сейчас роботы живут среди нас. Ну что ж, нерешимых задач нет. Давай мне свой телефон, я попробую что-то для тебя сделать. Сейчас. Да нет, номер. Номер? 708-063. 715-74-44. И не забудь, кстати, имя мое написать. Ты ж помнишь, как меня зовут?
Так. И чем же я занимаюсь? Допустим. Рассказывайте, что у вас? Судя по фото, этой девушке должно быть уже лет 90-100. Это ваша бабушка? Она может оставить вам квартиру в наследство, вы разыскиваете старушку, чтобы она написала завещание в вашу пользу. Вы знаете, лицо же ведь не зависит от ума, доброты, душевных качеств. Вы ведь не знаете этого человека на самом деле. Хорошо, а от меня вы что хотите? Thank you.
Ну как, у вас все в порядке? А где ваша гитара? Оставил дома, опасаясь за инструмент. Простите, а это у вас Шиллер? Нет, Шмоллер. Почему вы грустите? Влияние книги. Я стою и думаю о своей судьбе. А чем же она печальна? Дело в том, что у меня есть хвост. А могу я на него посмотреть? Верьте мне на слово. Врачи говорят, что это рудимент, но я точно знаю, что я ведьмак. И в чем это ваше ведовство проявляется? Я не говорю об этом с первой встречной. А про хвост? Ну, про хвост это накипело. Все, я уже ухожу. Пока. Подождите, мне кажется, я могу вам помочь. Ну и как вы мне поможете? Вы в меня влюбитесь? Нет, но я найду вам хвост в пару. То есть? Ну вы же одиноки. Понимаете, я пома... Что? Я пома... Да что же? Я помогаю людям найти свои половинки. Но для этого мне нужно узнать о вас, так сказать, побольше. Расскажите мне что-нибудь о себе. Ну что я? Я пишу песни, слушаю музыку, там, Гражданскую оборону, Посев, еще коммунизм, Янку Дягилеву, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Виктора Цоя, Александра Башрачева, группу ДК, Черный кофе, Арию, Алису, Мастер, Агату Кристи, Инструкцию по выживанию, Пикник, там, Секс Пистолс, Клэш, Рамонес. А в чем проявляется ваше ведовство? Видели волны на Днепре? Это я их делаю. Я еще обеспечиваю хорошую погоду на выходные. Хотите, покажу? Ага. Подержите, пожалуйста. Видели, как я облака разогнал? Я еще много чего могу, вот только некому это оценить. Для мира я скромный студент, но мир во мне – это тайная волшебная страна. Я помогу вам, обещаю. У меня сбилась система навигации. Я пострадал в сражении с пришельцами иного мира. Но опасность позади. Атомный молот отведен. Как хорошо. Временно. Мне нужны соратники. Пришельцы могут вернуться. Я буду опять сражаться с ними. И мне нужен человек, который будет меня чинить. Правде говоря, мой идеал – это человекоподобный робот. Я знаю такого человека. Идемте.
А вы настоящий робот? Робот — это звучит грубо. Я предпочитаю определение искусственный человек. Отлично, отлично. Алло. Встречаемся через 40 минут, да, на месте. Да. У меня сели батарейки, срочно необходима подзарядка. Что вам? Два пальца в розетку или полезать аккумулятор. Он шутит. Шутит? Шутит. Мне нужен источник питания. Механизм восстал против своего создателя. Нашла, что за дело, скажи смело. Я ищу ведьму, чтобы познакомить ее с одним человеком. Ведьма или чаровницей?
искать встречи не годится. Тот, кто чаровницу ждет, пусть ей песенку споет. Спасибо, я поняла. Алло, здравствуйте, я звоню вам по объявлению. Мы могли бы с вами встретиться? Здравствуйте. Здравствуйте. Что это за история с фотографией? Расскажите мне? Да, конечно. Давайте послушаем. Понимаете, эту фотографию мне дал один молодой человек и попросил меня найти девушку, похожую на ту, которая на фото. У нас в семье одна фотокарточка осталась, вернее, две. Вот я вам сейчас покажу, смотрите. Это вот моя прабабушка и жених ее. Одну фотографию она подарила своему жениху. Он пропал без вести на фронте. А вторая у нас осталась. А можно посмотреть? Скажите, а похоронка приходила? Могу ли я попросить вас об одной вещи? Не могли бы вы встретиться с тем молодым человеком, который дал мне эту карточку? Может быть, он как-то связан с женихом вашей прабабушки? Может быть, он какой-то родственник? Может быть, правнук? Да, конечно. Можем прямо сейчас. Давайте мы позвоним. Да, давайте.
привет. О, какой робот-робот! Ой, глазки какие вообще классные! Ой, это не Нив. Я рада, что тебе нравится. Приятно было познакомиться. Ой, мне тоже. Какая? Мой робот, такого робота, как у меня, больше ни у кого и нет. Зачем ты пришла? Мы уже получили то, что хотели. Зачем вы его похитили? Вернуть хотели наши, но, увы, певец тот был дитя земною доли. Он не один из вас? Нет, человек обычный, такой, как ты, и люд в долине у холма. Так отпустите! Не так все просто, нам нужна замена. Другого человека к нам ты приведи. Нельзя иначе? Нет, у нас все взвешено и ладно. Тогда меня возьмите. Ты нам подходишь, последнее желание. Мне надо тут закончить все дела. Мы подождем. Взыграй на флейте, когда готова будешь ты расстаться с этим миром, даешь ли слово? Слово я даю. А поэтому вы мне сейчас верните. Мы возражать теперь не можем, отпуская. А что у вас там со мной? Что со мной будет? Пойдем. Ты вернулся домой.